Тем временем поступают подробности скандала во время визита президента Турции в Эквадор. Сначала у стен вуза, где Эрдоган собирался читать лекцию, собралась толпа недовольных политикой Турции, в том числе в отношении курдов. Потом несколько активисток проникли в зал и прервали речь турецкого президента выкриками «Убирайся прочь» и «Убийца». В этот момент подоспели сотрудники службы безопасности Эрдогана, грубо скрутили женщин и, затыкая им рот, выдворили из зала. Потом турецкие охранники попытались разобраться и с видеооператором, который снимал происходящее на камеру. МИД Эквадора назвал все эти действия необоснованными и направил в Анкару ноту протеста.